Всем привет, всем доброе утро. С утра вот вырвали лук. Что-то у нас там дождики обещают. И мы решили его убрать. Положила сюда вот клееночку, подстелила, его сложили. Говорю, если дождь будет, под навес к дивану пододвинем сюда поближе. Пускай день лежит на солнышке. Подсыхает. Смотрите, какой хороший лук. Это лук Exhibition. Очень крупный такой вообще. Мне понравился. Пускай сохнет. Ну что, пришло время заниматься грибами. Так как они у меня ночь простояли, я их промыла хорошенько опять под краном. Поставила большую кастрюлю. Налила туда 3 литра воды. Рецепт рассчитан на 1 литр. Ну, в 1 литре я грибы эти не сварю, поэтому там почти ведро грибов. Я налила 3 литра воды. Сейчас я туда добавлю, сейчас я покажу, сейчас я туда добавлю 3 столовых ложки соли и 9 ложек уксусной, чайных ложек уксусной эссенции. И вот эти грибы нужно варить 40-45 минут на медленном огне с момента закипания. И в уксусе обязательно. Обязательно нужно сразу вливать уксус. И пусть они варятся в уксусе. Добавить горошек, гвоздичку, кто любит, лавровый лист. Специи, вот такие как... чеснок, смородичный лист, там может еще какие у вас специи есть. Я заворачивала в тряпочку, завязывала на узелок и бросала прям туда в тряпочки, чтобы потом мне не вылавливать эти листики. Они не должны попасть, листики эти, в баночки. Я их просто прокипятила вот так вот в тряпочке, потом эту тряпочку вытащила и выбросила. А весь запах остался в грибах. Ну и все. Подготавливаем банки, моем, шпарим банки и крышки и будем закатывать. Сейчас я вам буду показывать. Вот эти грибы я промыла в проточной воде, прополоскала все, сложила их в чашку. Жду, когда закипит вода. Я взяла вот такую тряпочку. Здесь у меня укроп, листья смородины, потом что, где-то чеснока перо порвала сюда его. Затем здесь у меня, ой, господи, здесь у меня вот 3 лавровых листа, горошек перцем, душистый горошек и 1 вот гвоздичка. Сейчас я все это завяжу в узелок. И буду бросать в кипящую воду. А затем буду грибы туда закладывать. Вода закипела. Вначале бросаю соль. 1 столовые ложки. 3. 2. С горой бросаю. 3. И добавляю сюда 9 ложек. 9 ложек чайных. Уксусной кислоты. О, сразу все зашипело. Ну, у меня вот такая. Забрасываем в этот узелок. Все. Закладываем грибы. Закипают. Снимаем пену. Убавляем огонь, как прокипят. И тушим. Варим. 40-45 минут. Я заложила грибы, у меня получилось, вот видите, полная кастрюля. Не пугайтесь, они осядут и дадут еще дополнительную жидкость. Ничего страшного. Все, пенку снимаем, как закипят. Прокипят немножко и убавляем на медленный огонь. Ну все, грибы у меня вот закипели, я снимаю. Пенку снимаю, газ убавляю.
45 минут я их провариваю. В это время готовим банки. Банки шпарим, кипятим. Вот закрутила я баночки. Вот, видите? Сейчас я их под шубу поставлю. Рассольчик темный, потому что это же обабки. Если грибы, ну, как сказать, белые, то и рассол будет светлый. А бабочек всегда темная. Все, я ставлю их под шубу, и с грибами закончено. Друзья, ну что? Ну, я опять с огорода. С очередным арбузом. Посмотрите, сколько он тут у меня. Так, надо... Не видно. Короче, 2,552. Может, вот так вот видно. На веранде темно, плохо. И вот я его начала разрезать. Сейчас я его положу. Вот такой арбузик. Вот, вот такой вот розовый. Семя спелое. Он уже дошел. Видите? Черные семена. Ну что, красота ведь, правда же? Сама себя хвалю. Ой, домашний арбуз. Вот такие арбузики. Будем пробовать. Друзья, ну что? Грибы замариновала. Борща сварила. Арбуз сорвала. Полы помыла. Теперь что? Лук надо обрезать. Сяду сейчас под баней, на диванчик. И будем обрезать лук. У нас сегодня трактор... Косил траву на улице. По бокам обочины дорог. И маленечко дальше захватывал и прокашивал по всем улицам так. А то мы уже тут позаросли. Сейчас, наверное, все обкосил. Сейчас я вам покажу, как он обкосил. Ну да, сейчас он на другой улице где-то косит. Вот, видите? Сколько смог, он захватил косилкой своей и вот так вот обкосил. Вот. Тепло на улице, хорошо. Ветерок начался, не было ветерка. Пойду во двор. Сейчас сяду и буду обрезать лук. Так, утки, что там, дружок? Все, ямы копает, кого-то все от жары прячется. Утки мои грязнульки. Остальные, наверное, под забором. Вот этот уголок мне нравится. Вот он, лучок наш. Лук обрезали, вот сюда его в кучу сложили. У меня такая узенькая грядка, потому что я первый раз в этом году его выращиваю. Вот, сейчас свешаем большую. Вот это, наверное, самая большая, что ли. Ну-ка, вот по нулям стоит. Ну-ка, что она тут потянет? Так, смотрите, 706. Да? Да. 706 граммов вот эта луковица. О, даже самой не верится. Ну-ка, так, такую средненькую сейчас. Ну, вот эта вот средненькая. Сколько она будет? 383 грамма. О, то рекордная какая-то. Ну-ка, вот это рядышком. Это 520, сколько? 7-8, вот так вот где-то. Ну, хороший. В общем, ну-ка, вот этот большой. Этот, наверное, поменьше. Это 497. Ну, какой бы он ни был, я довольна. Тем более, как говорят, что он весь год не хранится, только до Нового года.
мы успеем его съесть. Ребятишкам дадим, детям, что на салат и пойдет. Все хорошо. Ну ладно, все. Всем желаю крепкого здоровья. Всем всего самого-самого хорошего, богатых вам урожаев. С вами была на связи сама себе хозяйка. Всем пока-пока.